Ягринский ФОК «Беломорец» привлекает не только спортсменов, но и криминальные элементы. В полицию поступило заявление о краже из офиса директора оздоровительного комплекса. Неизвестные проникли в помещение через форточку. Среди добычи воров оказались дорогой сотовый телефон, алкоголь и коньки. В последнем случае злоумышленники унесли из двух пар только левые ботинки. Учитывая то, что данные граждане несовершеннолетние, законодательство смягчает их вину. Ранее они уже совершали правонарушения, но находились на свободе и поэтому продолжали свои противоправные действия. Любителями легкой наживы оказались воспитанники ягринского интерната. Воры сильно наследили, говорят в полиции. Стражам порядка не составило большого труда установить их личность. Меру ответственности за совершенное преступление теперь определит суд. Утро понедельника не задалось для водителя Subaru Impreza. На перекрестке Архангельского шоссе и проспекта Беломорский он, поворачивая на зеленый сигнал светофора, не пропустил идущую во встречном направлении «Ладу 2110». От удара машина развернула. К счастью, обошлось без пострадавших. Но вот автомобилям потребуется дорогостоящий ремонт. Точные обстоятельства дорожного происшествия и виновника аварии теперь установят сотрудники ГИБДД. Оставил машину у дома, а на утро пришел с заявлением в полицию. Северодвинец лишился старенькой вазовской копейки. Машину 82-го года выпуска неизвестные угнали от дома на Профсоюзной 24. Авто не было оборудовано сигнализацией, а припарковал его хозяин у той стороны дома, куда не выходят окна квартиры. «Жигули» удалось обнаружить этим же вечером. Машина перегородила выезд из двора у дома на Комсомольской 39. Сейчас полицейские ведут поиск угонщиков. Сгоревший автомобиль обнаружили в районе Погребов под Северодвинском. Остов вазовской четверки нашел тракторист, который чистил проезды между овощехранилищами. Пожарные дознаватели предварительно установили, что возгорание произошло в результате поджога. По одной из версий, хозяин автомобиля одолжил машину знакомым. Возможно, что молодые люди, управлявшие четверкой, и сожгли авто. ВАЗ-2104 серьезно пострадал. Полностью выгорел салон, частично багажник и моторный отсек.